Да почему? Пусть все слушают. Откровения какие. Тут нас атмосфера, блядь. Кто говорит, кто не дрочит, тот, блядь, дрочит в разы больше. На туре, бля. Джейсон Стэтхэм. Поехали, бля, Стэтхэм и комнатные. Все готово к началу первого тайма. Поехали. Арат, нормально все? Нормально. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Давай, прессуем. Не ссым. А то что-то в этих ссали. Он прессовать синхронно. Ройс. Ну понятно. А, не прошло. Давайте раскатку. Нам этого с инцепами пиздец как не хватало. Мы упирались вот во фланге в одни и все, и пиздец. У нас все кончалось на этом. Дебюши. Грамотный пас, все по делу. И есть поддержка у этой атаки. Вратарь ведет мяч. Это загнался что-то. Матео Клоака еще. Да иди же. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Может получиться интересная атака. Вряд ли можно в данной ситуации хорош. Видеть игрока отдать. Прессуйтесь, не бойтесь бить, блять, они... Не такая сильная команда, но все равно надо забивать больше. Но... Бьет, значит любит. Не пропускать. Ну, чтобы не поебало, давай. Запрессинговал его совсем защитник, и мяч он выпустил за боковую. Стой. Мяч не дошел. Наш. Защитник надежный. Давай на дальнюю. Давай сразу. Быстро на дальнюю, быстро на дальнюю делай. На резону. Подали мяч с углового в центр штрафной. Не увенчалось. Телоров, загрузи туда еще. Еще. Мяч понял. Чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Сразу пытался максимально быстро. Арседо Родригес. Отличный момент, но оборона на высоте. Ройс. И пас обратно. Скучновато. Красиво. Это может быть опасно. Некрасиво. Ну вот это да, было хуёво, согласен. Правил, за такое судья может и карточку показать. Расслабьтесь, ёпть. Тактический фол. Я прям чувствую фибрами своей души ваше напряжение. Фибрами своей души. Фланг выдавать. И решай, что у меня там. Держи. Пасы. Бизон, забирай. Артист, не бойся пасануть назад. Ты же тебе проплатили, что... Блять, надо вообще, блядь, на ровном месте, нахуй. Вставайте без расслабона. Джера. Посмотрим за этой атакой. Нужно забивать и выходить вперед! Блядь, косточку давал. В воротах был мяч. Больше ударов надо. Нужно больше золота. Опять во фланг упираемся и ничего не создаем. Играйте в центр. Прессируйте, прессируйте. Блять, ну зачем вот этот подкат ебаный? Там у них казашник немножко, ну как долгий, можно так сказать. Мертвец. Если мягко говоря. И ну короче. Пас, пацаны, ну это не дело. Ну, вот он, Ярослав Бон, блять. Не с моей зоны, я никак не отстрелял туда. Сильно пробил, попал в створ и прошил голкипера команды соперника. И мяч у вратаря. Не, ну это... Ну я попробовал там просто... Голкипер забирает. Это может быть опасно. Момент! Ай,
Свиту! Да я до этого, до мяча до конца, блядь. А чё ж ты? Назад, блядь, ребят. Опасно, опасно. Отличный удар. Не придумываешь. Блядь. Я сейчас орать начну. Все, успокойся. Орал. Нихуя не смешно, блядь. Чудом не прошло. Успокойтесь, не напрягайтесь. Да уже не напрягались, блядь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Беги мою. Хватит одно и то же делать, блядь, придумайте что-нибудь новое. Вот эти прострелы сбоку и навес сбоку, они нихуя не работают весь сбор, блядь. Вы каждый матч это делаете, блядь. Да все, не ори. Интересно, что они задумали, быстро разыгран угловой. Подача на дальнюю штангу. Прямо на перекладе на мяч проходит. Хороший удар головой, но чуть поточнее бы. У них, по-моему, тактика узкий и ромб, поэтому чуть в центре сложнее будет. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Великолепно сыграл защитник. Агуэр. Вот, блядь, касание, блядь. Шкртел. Спасибо. Пас на ход, может быть интересно. Надо забивать и сравнивать счет. Первый гол. Пошел. Тут все просто. Поехали, еще ну, хватит. Все, пропустили, сейчас 5 забьем. После ответного мяча у нас 1-1. Джеро. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пошло, нормально, мяч нормально. Будет дальше. Из-за боковой. Я был один. Санчес. Все играем их. Мертенс. Под натиском защитника он мяч упустил. Это дальше дальше. Блять, ну. Отобрали мяч у соперника. Нет, не дальше. Теперь можно начинать свою атаку. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Хорош. Попытка обострить игру. Очень здорово он открылся и вот может быть опасно. Да блять! Сбокал. Ну там я бил в косашку, блядь. Да, сори. Понятно, хуйня. Там, блядь, 30 защитников стоит. Нет, ты, блядь, там из-за Рабоны бил, блядь. Да я все зажимал. С тропоной бил. Поехали, поехали, поехали. Пока не тают, надо бить. Мертвец. Роб, пониже нам надо играть еще. Пока неплохо. Хорошо. Хороший игрок в отборе, но мяч пока не чей. Спокойно. Бери. Судья добавляет 3 минуты. Давай по фану. Да, там затупок у них один играет. В хорошем смысле этого слова. Нормально. Против, 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 против ближних. Из аута им явно стоит еще поработать. Блять. Блять. Тут защита справляется, потеря мяча. 45-я. Все нормально. This is good. Смачно. Пасу пиздец, конечно. Саня жалко. На правщик поиграть. Меня? Да. Я привык. Они узкий ромб играют. Да. Я говорил. Мы тоже, походу, узкий ромб играем на левом фланге. На узкий фланг играем. Узкий фланг, да. На правом фланге просто лава. Да, шалава. Как знать. Не поехали. Расслабляйтесь, блядь, мы еще не победили, смеетесь. Команда уже на поле, нет, и второй тайм победи. Начался. Ну, надо встретить надо. Про, прессуй. Туре. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне.
Блять. Но я знаю. Это может быть опасно. Накрыть. Бля. Поспокойнее чуть-чуть. Но это уже не подкатывал, я типа отобрал и вперед давал. О, Агуэра. Давай-ка не будем разыгрывать, а давай ты загрузишь на фланг. Вон направо на грузим. На левую. Они же закрыли, зачем придумывать? Нет, но если Галар побежит можно, туда... Можно вперед, на меня, туда она с подкруткой пойдет. Сразу. О, чуть-чуть бы там... пойдет. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался... В сторону просто подкрутки надо остановиться, и тогда хорошо летит. Пол. Нахуй. Хорош, Дэвич. Майор, давай покер. Надо на первое место тянуть. Давай пентатрик. Давай просто выиграем. Пентатрик. Пента выиграем. Надо, чтобы Мек с Трапоной забил. Я так не умею. Надежный. Умеешь. Просто не знаю. Конечно, не знаешь. Мертенс. Азар. Хороший пас на ход. Ну это майор у них просто, блядь. Это опять не говорить. Это майор. Он копил все нереализованные моменты на уст. Майор просто вылетел. С инцепцией. То есть там трояк должен быть. Там должны были быть голы. Можно продолжать атаку, ведь мяч в них. Агуэр. В этой атаке оборону пройти не удалось. Оп, у меня три паса уже, да? Посмотрим за этой атакой. Блять, что ж ты делаешь, подставляешь? Это не слишком... Нет, хотел дать. Атака продолжается, судья дает игрок. Есть варианты развития атаки. Саня пошел там. Ай, сори, блядь. Давайте еще забьем. Давайте. Пас на фланге не доходит. Да, блин, вроде вначале получилось, а потом не получилось. Ты уже зачехлил, расчехляй. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мертенс. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре пас. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. На этом атака окончена. Офсайд. Сыграй с ближним. Подожди, только я встану. Угу. Отлично сыграно, надо решать. Да ну больно ж было нам. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Можно подумать, кому сделать точную передачу. Навешивает штрафной. Какое шикарное спасение. Фильм выбежать не проходит, блядь. От вратаря, блядь, это приятно. Даже пас отдавал на мяч. Хорош. Сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Там даже Дэнж выигрывает шпалы. Чё там, блядь? А красный. Меня там уничтожили. Красные, не? Да. Ты все равно терял, майор. Нет? А я опаздывал. Блять, пидорская. Айрат, или кто там, перед стенкой встаньте, кто будет забегать? Давай, Светы. Айрат, выше, подожди, не давай пас, выше. Айрат, прям еще, во-во-во, туда, да, даю. Блять, все равно у тебя туда идет. Ну. Хорош, хорош, Свет. Карасо. Агуэр. Бля, я что-то далеко убежал. С тобой. Это может быть опасно. Пойдет. Удар поворота. Шикарно. Ой, жалко. С Трафоной не забил. Действия команды в обороне. Они помешали пробить точно.
Оригинально сыграно, мяч на фланг. Пойдет. Ройс. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну, там ноги было. Должен выиграть. Да. Соперник среагировал раньше, чем опа, Кирюху подкупили. С мячом вперед. Мацурин. Нормально. Дэнш есть или есть лево. Ройс. Спас в эпизоде хороший голкипер. И может как-то поменять игру. ВРТ часто выходит. Скоро мы это узнаем. Из своей куражной игрой он действительно разозлил атаку соперника. 81-я минута. Туре. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пока неплохо. А вот сейчас можно. Сам хорош. И... правильно, да, паузу выдержал. Да. Охуенно. Опа. Зорро. Кто там хотел пятеру? Как же хорошо он приложился к мячу. И в общем, я еще хочу. Я все еще жду. Я жду, пока микс дракона изобьет. Заказывали, блядь, 5-0. Блять, один удар сделали и забили легче, блядь. Ну, два там выхнул еще. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно. Хорошо сам увидел Саня. Партнера впереди. Хорош. А, блин, где добивание? Ты так видишь, потащил я, блин, на скуки бил. Ой, надо доставать. Тащит мяч вперед. Кирюха. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Поборюсь, конечно, но это, блядь, такое. Ну, я просто вперед уносил. Да, да, я нормально был. На Парседу Родригес. Фортишка просто нервничает против своих играть. В данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Против нас? Просто сейчас не хера. Да ладно, нормально. Ой. Пас на ход может быть интересно. Нормально, нормально, нормально. Собственную атаку. Я думал. Молодцы. Блин, все, я теперь расстроился. О, сейчас же можно это заснять. Я заснял. А зачем? Ну этот, типа, как его, блять? Ну скрины надела, там же случай не чит, хуйня. Ну, блять, надо выигрывать, значит. Все, ничьи играть не будет. Логично. Ну вот. Следующий, значит, круг. Играем все на победу. У меня всех больше пасов. Не, ну видишь, у меня хоть выровнялось, хоть чуть-чуть, хоть. 8 пасов сделал. 7 пасов за второй тайм. Ну, это вообще прогресс, да? Да, неплохо. Ну что значит богатырь и богатырский конь. Очень здорово, но у меня еще и больше обводов. Да, ну понятное 15. Дело, конечно. Когда схема узкий фланг, то... Ну, три отбора еще. Неплохо. Так, блин, винер же сборник. Не, я вот за Мека переживаю. Хуй ты за меня переживаешь, блядь? Ты не забиваешь, блядь.